Ремонт сделали, проверку прошли. Ульяновские дороги оценили федеральные эксперты. Специалисты Пермского филиала Российского дорожного научно-исследовательского института или Росдорнии выехали в Ульяновскую область с проверкой качества проведенного ремонта. Проверка выборочная. На этот раз отправились на областную трассу Труслей-Котеяпино-Чамзинка, а также в Инзу, где буквально несколько недель назад в эксплуатацию ввели новую кольцевую развязку. Габариты асфальта проезжей части соблюдены, все соответствует требованиям, которые были заявлены изначально в проекте. Тенденция положительная, технология себя показывает наилучшим образом, соответственно, безопасность и качество автомобильных дорог будет обеспечено на данных объектах безусловно. В целом дорожное покрытие проверяют в три этапа. Первый – проверка всей проектно-сметной документации. Проводится она перед началом работ. Второй этап проходит летом. На объектах делают вырубки кернов. Результаты уже все есть, как бы, и они положительные. То есть соответствие ГОСТам и стандартам, которые показатели были испытаны, они подтвердились. То есть качество соответствует. Завершающий этап – проверка дороги непосредственно после ввода в эксплуатацию. Главная ее цель – вовремя устранить неточности, если такие имеются, а также дать рекомендации подрядчикам и заказчикам при работе на других объектах. За этот год в Ульяновской области отремонтировали 145 километров дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Анна Тищенко, новости Управда ТВ.